всех разное видение красоты, да, кто-то хочет быть просто худым, кто-то хочет быть накачанным. Мне нравится так, как выгляжу я. Ну, это, да, все равно не предел того, чего мне хочется. У меня подруга занималась, и я попала случайно на соревнования к ней. Это было очень красиво, зрелищно, и мне захотелось тоже попробовать себя в этом. Плюс восстанавливалась после вторых род. Так и занялась спортом, начала ходить в зал, тренироваться, и все, через полгода я уже выступала первый раз. В год два сезона, осенний и весенний. Вот за эти 5 лет я пропустила только один. Так все время выступала. Все зависит от, да, исходника, так сказать, в какой форме вы находитесь, ну, вот на данный период времени. Если достаточное количество мышц, да, ну, есть жир, то достаточно просто просушиться. Если недостаточное количество мышечной массы, тогда это тяжелые тренировки, очень жесткий режим питания, да, там много калорий. По сути, бодибилдинг – это как лепить скульптуру. У нас есть фигура, и ты должен создать определенные пропорции, определенное видение. А дальше уже, конечно, играет генетика. Форма мышц, крепление мышц – они все абсолютно разные. То есть кто-то генетически более одаренный, а кому-то нужно больше пахать. Ой, я начинала с бикини. Это самая простая категория, да, там, где не нужно быть суперкачком, просто быть красивой, подтянутой девочкой. Ну, потом плавно тренировалась. Естественно, объемы мои росли, потом я еще увлеклась пауэрлифтингом, там работа была с тяжелыми весами, это дало мне такой хороший толчок, да, спрогрессировать. Я перешла в категорию бодифитнес, приседала самый максимум 105 килограмм, тянула максимально 127,5, максимально жала 62,5 килограмма от груди, землежа. Первое, что когда я услышал, когда становился судьей, сказали, что мы выбираем лицо на обложку журнала. Вот человек должен соответствовать полностью всему. Поэтому это не обязательно гора мышц. Если человек не умеет себя показать, если он не презентабельный, то, скорее всего, он может не занять первое место, а сместят на более низкие места. Ты должен быть и внешне привлекательный, и, ну, если это касается девочек, то полностью весь образ оценивается, и купальник, и макияж, и прическа. Ну, все-все. Да, это и есть конкурс красоты. Многие называют его очень субъективным. Всегда мы изначально оцениваем пропорции, определенные под данную номинацию. Дальше смотрим уже развитие мышечной массы, глубину мышц, то есть наполненность и количество воды под кожей. Тут зависит все от категорий. Если конкретно взять бодифитнес, то четкий треугольник. У нас получается, у них более широкие плечи, более широкая спина. Они более мышечные, чем девочки с фитнес-бикини, но при этом не должны быть сверхсухие. Сушка – это когда идет процесс жиросжигания до самого минимума. То есть на сцене они, когда стоят, подкожного жира остается очень мало. Принцип оценки их выстраивает лучших. Сначала 4 позы пропорций, потом 7 основных поз и произвольная программа. В произвольной программе дается минута,
и спортсмен должен показать, в принципе, себя с лучшей стороны. То есть там уже важна хореография, там нужна пластика. Мама всегда хорошо относится, она поддерживает. Единственное, когда я занималась пауэрлифтингом, она меня все время пыталась отговорить, и, ну, в связи с тяжелыми весами она мне всегда говорила: «Лена, у тебя двое детей, кому они будут нужны?» Боялась, чтобы я не травмировалась. Ну, слава богу, все хорошо. Но у нас общество, скажем так, не совсем готово, да, воспринимает как фрика какого-то, когда ты идешь просто по улице. Ну, естественно, все обращают внимание, да, постоянно: «Зачем тебе это?» Вопросы поступают. Ну, мне нравится это. Всегда отвечают: «Вы на рыбалку ездите, в клубах отдыхаете?» Ну, а я занимаюсь своим любимым делом.